Телеканал «Орленок ТВ» отмечает десятилетие с момента основания. 4 февраля в эфир телеканала впервые вышла программа под названием «Всем в 7». С тех пор многое изменилось. Канал вырос, команда набрала опыт и стала известной далеко за пределами Новомихайловского городского поселения. Накануне дня рождения мы принимали поздравления от партнеров и друзей федеральных и краевых каналов. Дорогие друзья и коллеги, «Орленок ТВ» поздравляю с десятилетием от имени Всероссийской телерадиокомпании и корреспондентского пункта ВГТРК в Краснодарском крае. 10 лет – это время, когда все только начинается. Впереди у вас творческие успехи и победы, которых вы обязательно достигнете и будете такими же непоколебимыми в своих устремлениях, как эти горы. Я передаю привет вам с самой высокой точки зимних Олимпийских игр в России. Это хребет Аибга. Отдельный привет Ирине Калищук, привет и Александру Джеусу, благодаря которым мы часто встречаемся, уже не первый год дружим. Я надеюсь, что все у вас получится. Оставайтесь всегда той самой честной страной детства. И как всегда, в финале Николай Долгачев, «Вести». Друзья, иначе я не могу к вам обратиться, потому что я «Орленок ТВ» и «Орленок» считаю своими хорошими друзьями. Мы начинали с вами практически одновременно, друг у друга чему-то учились, но всегда нас объединял и объединяет один общий интерес. Мы хотим делать интересный продукт. Я помню, как создавалась телестудия «Орленок ТВ», и могу сказать, что сейчас это команда профессионалов, которая даже вышла уже за пределы центра. 10 лет – это приличный срок, наверное, для любого предприятия, для любой компании, особенно для телевидения, потому что если вы столько продержали, значит, вы интересны. И ваш первый серьезный юбилей. Я вам желаю самобытных героев, я вам желаю эксклюзивных историй и, самое главное, пожалуй, благодарности зрителей. 10 лет – это достаточно сложный возраст для человека, его еще называют переходным. Но для телекомпании, тем более для такой очень своеобразной, небольшой, я очень надеюсь, что этот возраст будет счастливым. И каждый последующий год будет приносить только счастье и удачу. Я от всей души желаю вам, нашим младшим товарищам, нашим коллегам, только самого доброго, светлого в 2012 году, во всех последующих годах. Развивайтесь, живите и будьте здоровы. Ребят, здравствуйте, меня зовут Иван Прозоров, я корреспондент Первого канала. Представляться, я думаю, смысла нет никакого, потому что я очень часто к вам приезжаю в гости и по работе. Мне очень приятно видеть то, как вы работаете, ваш энтузиазм, ваш блеск в глазах. Очень интересно наблюдать за тем, как вы любите телевидение. Ведь телевидение – это не профессия, это не работа, телевидение – это жизнь. Мастерство телевизионщика в том, чтобы красиво, ярко, интересно подать то, чего обычно люди не замечают. Вы это делать умеете, у вас потрясающий коллектив, интересная очень команда. И каждый раз, когда в нее попадаешь, немножко так, наверное, даже завидуешь тому, что есть такая интересная, мощная, перспективная бригада, которая готова на очень много ради своей идеи, ради своих мыслей, ради доказательства того, что они не такие, как все, что они хотят что-то изменить, и вы хотите что-то изменить, вы меняете свои работы. Ребят, по-орляцки, всех вам благ, развития, интересных сюжетов, и я хочу, чтобы на информационном поле, в котором вы работаете, всходили только сочные, свежие, красивые плоды, вы их регулярно поливали и собирали богатый информационный урожай. Телекомпания «Орленок ТВ» 4 февраля отмечает свое десятилетие. Нам, коллективу телерадиокомпании «Туапсе», очень приятно поздравить коллег со знаменательной датой. Она стала бесспорным подтверждением их становления и профессионального мастерства. Благодаря вам о жизни Всероссийского детского центра «Орленок» знает далеко за пределами Туапсинского района и России. Благодаря вам жители Новомихайловского поселения оперативно узнают обо всем, что их волнует, и о том, что происходит вокруг. Вы сумели вырастить немало специалистов телевидения, которые оказались востребованными на ведущих телекомпаниях страны. Мы от души желаем своим коллегам дальнейшего творческого роста, интересных материалов, талантливых учеников и успеха. С днем рождения, «Орленок ТВ». Дорогие юные коллеги, я с радостью поздравляю вас с вашим первым юбилеем. Я желаю, чтобы у вас никогда не ослабевала ваша журналистская хватка. Я желаю вам интересных тем и замечательного творческого роста. Встретимся на ТЭФе. Пока-пока. Дорогие ребята, коллеги, я вас поздравляю с юбилеем и хочу заметить, что далеко не в каждом лагере есть свое телевидение, а когда этому телевидению уже 10 лет, это действительно круто. Поэтому я желаю вам творческих успехов и исполнения всех-всех-всех ваших желаний. Удачи!